Здравствуйте, мы продолжаем разбор мелодии «Миллион алых роз». И в этом уроке мы разберем первый куплет. В прошлом мы разбирали вступление. И прежде чем мы приступим к разбору, я хочу сказать, что мы этот урок разобьем тоже на несколько подчастей. Вначале я сыграю просто мелодию с припевом, чтобы у вас было представление о том, как играется. Дальше мы разберем с вами куплет. Потом разберем первую часть припева и вторую часть припева, потому что она играется в разных тонах, в разных октавах. Итак, просто сыграю сейчас, чтобы у вас вспомнилось переложение Игоря Преснякова. Первая часть завершилась. Теперь давайте приступим к тому, чтобы разобрать, как играть куплет.